Очередная спецоперация в Дагестане. Сотрудники ФСБ задержали 4 членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Сюда. Лежать. По данным ФСБ, задержанные планировали устроить взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД. В оборудованном террористами тайнике и в месте конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство. Кроме того, в их мобильных телефонах найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 «Участие в деятельности террористической организации».